65-я серия участка Мурманск-Магадан. Это шестой день движения. Ночевка, привал будет в городе Киров. Ну, часа, наверное, через два, через три. Сейчас не могу точно сказать. Жить начнет смеркаться, когда остановлюсь на ночевку, на привал. Я сразу хочу сейчас ответить на некоторые комментарии. Елена Яшина оставила в комментарии и значит, я такой вопрос, не успел уступить дорогу, не успели сместиться на правую полосу, так там вообще-то буква А на полосе нарисована, а стало быть, это выделенная полоса для общественного транспорта, которую никто, кроме общественного транспорта, занимать не имеет права. Я могу ошибаться, но выделенная полоса для общественного транспорта, она применительна к городской среде, там, где интенсивное движение, и, кроме того, значит, устанавливается соответствующий знак. А буква А на асфальте говорит об автобусной остановке. Но я хотел немножко подробно, немножко расширить вопрос, ответ вернее. Вот во время движения по трассе, ну, кто будет внимательно смотреть, слушать, вы увидите, сколько будет нареканий с моей стороны на дорожную разметку и дорожные знаки. Дорожная разметка и знаки, они на некоторых участках не помогают, а наоборот провоцируют к ДТП. Вот складывается такое впечатление, что эту дорожную разметку проектировали студенты-двоечники, которые далеки от реальной ситуации на дороге. И просто вот рисуют эту разметку не учитывая дорожные реалии. Вот в данной ситуации воспринимается так, что стоит знак, дорога раздваивается, значит, подсказывает водителю, ну, такие участки есть для обгона, где тихоходы смещаются вправо, пропуская колонну, если она за ним скопилась, что в одну, что в другую сторону. И это уже водители многие знают и этим руководствуются. Зачастую дорожные знаки и разметка, они не то, что не помогают, они провоцируют ДТП, они вызывают как бы двойное толкование. Но я повторю, что во время движения я неоднократно возвращаюсь к этой теме, к бестолковости установки знаков и дорожной разметки. Вот еще один такой пример вдогонку. Трасса М8 Москва-Ярославль. Начиная от города Переславль-Залесский в сторону Ярославля. Сколько раз там вот ездил и каждый раз попадал в ситуацию, когда по спине бежал холодок. То есть
общее впечатление такое складывается, что двигаешься по встречной полосе, потому что встречную полосу и полосу, по которой двигаешься, разделяет прерывистая полоса. Обочину определяет сплошная полоса. Но обочина такой ширины, что она, по-моему, даже больше, чем проезжая часть, которая предназначена для движения. Почему так сделано, я не знаю. Это сколько раз ездил, и каждый раз, когда попадаешь на эти участки, ну, холодок по спине бежит. Я неоднократно и в комментариях, и на разных форумах вот говорил, что вот эта система разметки, она почему-то везде используется белая краска. Ну, сейчас стали применять и оранжевую разметку, обочину обозначают. И зачастую, вот, я не знаю, с чем это связано, или со старыми ГОСТами, которые нужно было еще лет 20 тому назад пересмотреть, или какие-то другие причины. Но почему нельзя использовать другие цвета, например, синий, зеленый, там, красный? Красная, например, обочина, значит, запрещает, например, заезжать за красную полосу. Зеленая, наоборот, ну и так далее. Когда наши чиновники, наши специалисты, наш Росавтодор, в конце концов, ну, будут современным взглядом оценивать вот, создание безопасной системы движения. Я думаю, давно уже назрело время, подошло время, когда нужно менять цвет разметки. И потом вот недостаток белой полосы разметки, дорожной разметки. Ну, зимой под снегом ее практически не видно. Она сливается со снегом, и не знаешь, там прерывистая или сплошная полоса и так далее. Это вот один из недостатков, который я считаю большое упущение Росавтодора. Кстати, по отношению к Росавтодору, я думаю, у вас отношение изменится, если в западной части России, в средней полосе, ну, до Уральских гор, ну, даже до Владивостока еще более-менее Росавтодор уделяет внимание дорожному полотну и дорожным знакам, то, что творится на А-360 и на Р-504, ну, подойдет время, дай бог, вы увидите. Отношение к Росавтодору у меня резко поменялось. Диаметрально противоположное отношение к нему изменилось. Когда будут эти видео размещать, я, конечно, буду комментировать и высказываться по полной программе в адрес Росавтодора. Ну вот, по-моему, и все, что я смог ответить Елене Ешениной на ее комментарии. Так, Анатолий Маринин написал: для сравнения, ваши съемки этой трассы в 13-15 годах. Я практически не смотрю свои видео. У меня огромный архив. Вот сколько по объему, даже сейчас не могу сказать, но там десятки терабайт видео, насколько изменилась дорожная ситуация вот за период с 13 по нынешний год. Ситуация резко улучшилась, но для архива, для истории, вот они у меня, эти видео, имеются. Я видел, понимаю свои недостатки, недочеты, вот во время съемки в эти годы,
Но это обусловлено тем, что не было нормальных, хороших видеорегистраторов с хорошими настройками. Я понимаю, что и нынешняя съемка, которую я вот делал, ну, лет через 15, может быть, 20, она будет тоже вызывать улыбку, тоже будет казаться, как вот сейчас смотрим, например, фильмы 30-х, там, 20-х годов, вот тоже будет такое снисхождение вызывать, потому что будет принципиально новая аппаратура, новые форматы видео. Ну, для истории пусть остается, может быть, правнуки когда-нибудь посмотрят и ужаснутся, скажут, как только люди ездили в то время. Ну, повторюсь, сейчас на привал остановлюсь в городе Киров, на площади торгово-развлекательного центра. Ну, а пока вроде бы пока не вижу других комментариев, на которые нужно отвечать. Желаю комфортного просмотра. Задавайте вопросы по существу. Ну, с удовольствием на них отвечу, если буду знать ответ. Тень от деревьев ложится на дорогу.
я выбираю такие дистанции на день, 750 километров, чтобы хватило время на обработку видео, время для отдыха, чтобы был такой ритм. Чтобы было приблизительное по расстоянию одинаковое. Можно проехать 1500. Но через пару дней, 2-3 дня, и все сойдет. Нарушаю, да, нарушаю. Нарушаю временами, но я никогда не говорил, что я образцовый водитель. За эталон меня принимать не надо. Расход 5,2. На 100 километров 617 пройдено. Средняя скорость 65.
Москва. 777. Почти прояснилось, сухо, 18,5 градусов показывает температура, сравните с температурой в Мурманске, сколько там было, 8-9. Сколько леса, обрезки снаружи. Тут навстречу идут. Разговаривают. Вольво, проходи. Это первый Вольво. Что дороги в Кировской области стали значительно лучше. Пятерку не поставлю, но 4 с плюсом.
и ямочный ремонт делают. Не видел пока, чтобы занимались капитальным ремонтом, чтобы меняли полотно. Может, были, не заметил. Но в любом случае, молодец губернатор. Что стало несоизмеримо. Сегодня стартовал Данилов, город Данилов Ярославской области. Но вот на самом деле дорога там внутри, по городу, ну, яма на яме, ухаб на ухабе. Неужели глава города, вот ему это нравится? Или он не замечает этого, или он летает на самолете. Как люди чертыхаются, как ругаются. Хорошие, хорошие дороги стали в Кировской области. Какие дороги в городе самом. Ну, за пределами города вот столько уже двигаюсь. Особо нареканий нет.
такой стоял указатель Сейчас дымит, как паровоз, блин. Меня поддерживает модель, не поправ.
Так, 790-й регион Московская область. Через 900 метров поверните направо. Пятьдесят рублей 50 копеек в сравнении с Костромой, где 47-48 рублей.
ничего не понял, что он там хрипел. Помню, я останавливался на ночевку под Кировом. Нет. Поверни.
Пермском крае останавливался. Красота! Это что у нас за заправка? 51,60. 50 рублей 50 копеек. 95.
нашли название населенных пунктов по фамилиям. Есть такая особенность этого района Кондаковы. Основали, я так думаю. Впереди камера 60. Целыми фамилиями жили. Род Кондаковых, например. Прапрапрапрадед и прапраправнук. Дальше еще будут аналогичные населенные пункты по фамилиям. Кардаковы. Он закончился, начинается Минины, основатель поселка Минина. Род Мининых. Многие дома брошены, разрушены. Овчинниковы, род Овчинниковых. Рода.